Каля 50 тысяч могилёўчан выйдуць на гарадскі суботнік 22 кастрычніка. Галоўным аб'ектам вялікай уборкі стане транспартная развязка ад плошчы Арджанікідзе да Гагарына. Уключна новы мост. Там будзе працаваць кіраўніцтва горада. Аб'ектаў, якія патрабуюць лоску і утульнасці, шмат. Цэнтральныя вуліцы, праспекты Міру і Пушкінскі, а таксама скверы і паркі горада. Узбярэжная Дніпра, Падміколля – асноўная задача – прыбраць лістоту і падрыхтаваць горад да зімы. Камунальныя службы заклікаюць гараджан і да ўдзелу ў агульнай справе. Чаму будуць прыбіраць апалыя лісце ў парках і дзе яшчэ можна пашамацець лістотай пад нагамі, цікавілася моя калега Крыстіна Каранкевіч. Не так скучно, как на лекциях, вам хочу сказать, вообще прекрасно. На благо аж в университете, чистенько, аккуратненько, все молодцы, ребята, дружненько. Тут за каждой группой закреплена территория, вот, мы пограбываем минут 30, уже будет чисто. Вот ребята рассредоточились перед первым корпусом. Вот, уже почти всю территорию убрали. Студенты Могилевского университета харчевания на уборку листоты вышли после парка, бо субботу спокойно рыхтаваться до занятков. В прошлом году там около самого университета работали, сейчас здесь. Каждую осень, в принципе, так работаем. Многие организации города листья так само прибрали ранее. Великая ж уборка чакая Могилев 22 кастрычника. У парадок проведут центральные улицы, проспекты, парки. Нават там листья треба убрать. Это не повредит, тем более, как по проспекту Пушкинскому мы знаем каштаны, и они больные, все каштаны. И на сегодня это единственная мера борьбы, чтобы не осталось листва на зиму, чтобы все убрать, чтобы не распространялась болезнь дальше, хотя она распространяется. Также мы видим уже липы начинают болеть, поэтому листву мы убираем. Сквер 60-годия Кастрычника – один и парк у Могилеве, який не пробираются для листоты. Тут довольно великая территория, тому пробирать что дня просто не мэтазгодна. До того ж, говорить у Могилёў-Зелянбудзе, тут мало дрэў, якія хварэюць. У сезон только Могилёў-Зелянбуд вывозит 100-150 кубометров листья. Территория предприемства 600 гектар. Подчас субботника городские организации допомогут. Мы закупили мешки, мы готовы их раздать желающим всем, чтобы они собирали листву в мешке. Мы подготовили больше 10 единиц техники и ожидаем, что нам еще помогут техникой, чтобы это можно было все загрузить и вывести, не оставить после субботника. То есть, ну, как бы мы готовы. Предприемства и организации будут пробирать замасованные за ими площади. ЖЭУ отказывают за дворовые территории. Каб добраться на субботник было больше зручно, до 13:00 громадский транспорт будет працевать у режиме працевного дня. Кристина Каранкевич, Виталь Алексеенко, Новина регион.